Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил сегодня центр для размещения беженцев на Молдэкспо. Мэр столицы Ион Чебан ознакомил высокопоставленного чиновника с ситуацией на месте. На Молдэкспо задействованы 3 павильона для приема граждан Украины. В центре люди находятся не более суток. Еще одно здание используют для хранения продуктов и предметов гигиены. Ион Чебан отметил, что беженцам оказывается вся необходимая помощь. Ассистенция медикала, освобождаясь коллеги, ассистенция эдукационала, ассистенция психоэмоционала, тот тип сервичи интеграции. Верховный комиссар ООН по делам беженцев поблагодарил власти за их активное участие в управлении потоком и отметил, что международные организации готовы оказать гуманитарную помощь. The central government and the local governments respond to this huge emergency. First of all, I want to thank you because the response from the Moldovan people has been fantastic. But we know that we cannot take it for granted. We have to bring international assistance to support you. So please, what you need, let us know. UNHCR, my organization, will coordinate on the international side, and we will do whatever we can to mobilize international assistance for you. Отметим, что в ведении столичной мэрии находятся 44 пункта приема беженцев. За последние 4 дня на Молдэкспо прибыли более 7600 человек. Для обеспечения надлежащего функционирования центров размещения муниципалитет выделил 5 миллионов леев из резервного фонда.